Раньше я работал в библиотеке и за всю жизнь ничего тяжелее книжки не поднимал. Передвигался только с работы на работу, и больше 100 метров за раз я пройти не мог. Весь день я сидел на стуле и читал книжки, но один раз я прочитал запрещенную литературу и попал сразу в ад. И тут вдруг началось: двойные прыжки, пулеметы, бесконечная стрельба, толпа врагов. «Но позвольте, — сказал я всего лишь библиотекарь, я не могу прыгать на 2 метра вверх». Но они меня даже слушать не хотели, вручили пушку и указали направление. Мне ничего другого не оставалось, и я побежал по случайно генерируемым уровням. На каждом из них по возрастающей сложности появлялось все большее количество врагов. За убийство 5 штук давали специальные адские таблички, собрав которые в необходимом количестве, можно было отправиться на битву с боссами, а также купить кое-чего у местного проводника в ад. Ад оказался немножко не тем, каким я его представлял. Здесь все выглядело немного блекло и минималистично. Никаких тебе выкрутасов с реалистичным освещением и тенями. А бои так вообще оказались совершенно беспощадными. Стоит вам один раз умереть, и вы начнете весь ваш путь заново. Несмотря на это, стрельба достаточно затягивает, и скучать не приходится. Есть кое-какие апгрейды оружия и другие фишки. В общем, свое пребывание в аду оцениваю примерно на 4. Это достаточно интересно и можно порекомендовать.